Очень верно. Ну, в результате обстрела со стороны ВСУ северного направления прилетел вот снаряд, наверное, 152-й, потому что слишком далеко находится. В результате чего погиб замдиректора, зауч, и также погибла учительница по географии. Одна 69-го, другая у нас 77-го года рождения. Детей в школе не было. Они сейчас все эвакуированы, либо это самое, сидят по домам. Надоело уже это все. Сколько ж можно? 8 лет. Это же должно как-то когда-то все-таки закончиться. Мы ж тоже люди, тоже жить хотим. Нас Путин. Путин не бросит. Если он уже взялся, я думаю, мужик, он серьезный. Значит, все будет у нас хорошо. Мы надеемся на лучшее. И думаем, что все-таки Россия сильная страна. Она все это выдержит. Тяжело очень пережили. Как тут на окно все это. Хорошо, что я хоть с зала только вышла на кухню. Знаете, что снимать? Ага. Человека нету, он не живет. Мы вообще надеялись, что они вообще мирно это порешают. Ведь вроде бы Зеленский был к этому склонен и как-то успокоило это намного. Но в итоге ничего не изменилось. Это плохо, очень плохо. Переживать тяжело это все. Вот как ночевать с разбитым стеклом, окном. И в спальне, и в кухне. Скажи, пусть приходят. Кто там у тебя? Позвони.